Приветствуем вас, дорогие зрители, в программе «Три сложных вопроса». И, как всегда, у нас для вас люди, которые имеют, я бы сказала, основание и право отвечать на них с высоты уже опыта, того времени, сил, которые были отданы для того, чтобы найти ответы на каждый из вопросов. Я думаю, что многим будет интересно познакомиться с этой замечательной семьей, парой ближе, потому что у нас в гостях Сергей и Антонина Лукьяновы. Хотелось вот воспользоваться этим моментом и спросить о том, как вы, кто вы, откуда вы идете и куда. Расскажите, пожалуйста, немного о себе, из какой вы семьи и как вы уверовали в Бога. Я приехал в Ярославль в 90-м году. И в 91-92 я учился в театральном институте там, в Ярославле. И в 92-м году, когда я пришел к Богу, весь наш институт, он на ушах стоял, потому что там 120 студентов, и 50 из них стало ходить в церковь, ну, покаялось, и несколько преподавателей, и там было весело, потому что меня выгнать хотели за то, что я соворотил весь институт. Вот, и говорит, мой друг тоже, и его супруга, вот мы там домашнюю группу начали, и все. И, конечно же, мы всем рассказывали о Боге, да наши лица просто рассказывали, все собирались вокруг нашей радости. И, вот, и, конечно же, эту радость от того, что ты вдруг встретился с живым Богом, ее не скрыть. И, вот. Поэтому, мне кажется, когда Иисус говорит, блажен ты, Симон, что тебе это Отец открыл, это было реальное счастье, которое ты вдруг переживаешь от того, что сам Бог становится твоим папой. И это большая привилегия, большое благословение, большой мир, абсолютная уверенность в жизни и знание на 1000%, что ты самый великий счастливчик во Вселенной. Везунчик. Везунчик, да, хронический счастливчик и патологический везунчик, обреченный на успех, потому что твой папа – Бог. А расскажите, вот что именно вас захватило, что именно вас зацепило, как вот произошел переход от театрального студента, чему вы учились, режиссуре, актерству? Актеры, театр, эстрада. Вот. Ну, я с детства мечтал быть актером. Я был в театре с 9 лет, в театре юного зрителя. У меня хорошо получалось, и моя цель была не быть космонавтом или кем-то еще, а быть актером. И я поэтому к этому и шел. Но тогда был Советский Союз, я пытался поступить в МХАТ, в Москву куда-то. Ну, потом почти меня взяли в Москву в один театральный институт, но я не уехал в армию, потому что тогда в армию забирали. И когда я вернулся с армии, я попытался еще раз поступать, но уже возраст поджимал, надо было что-то делать. И поехал в Ярославль, потому что там театральная школа неплохая. Там легко поступил в Ярославле, но в моей жизни уже был такой кризис. Вот. Не то, чтобы там я себя грешником осознавал или кем-то, а какая-то такая тоска по Богу, я иногда выходил... Осознанная прям? Осознанная, да, хватало, тоска. Да? И я не мог ее скрыть даже. Я выходил, у нас там стрелка же такая есть на Волгу, да, вид. Да, да. И вот это 90-е годы такие, где мусор, грязь в городе была, бардак такой чувствовался еще. Неустройство, да. Магазины пустые, морская капуста и соль, злая продавщица. Но мы это не замечали, и мы, может быть, были студентами, и поэтому под наркозом молодости и ощущения будущности мы как бы не замечали всего этого. И нам хватало на чашечку кофе и на курево, и это было достаточно для счастья. Но я выходил на стрелку и просто орал в 12 ночи туда. «Бог, если ты есть, откройся мне». Какая-то да, такая тоска была невероятная. И я верил, что Иисус ко мне по воде придет. Я уже начал читать Новый Завет и видел, что Он ходит по воде иногда. И я и ждал прям. Но ничего не приходило. Он по воде, ничего не происходило, пока одна подружка моя, с которой мы дружили на почве общей гениальности, она, так сказать, раньше меня закончила институт, и в Казани пережила вот это рождение свыше. Сейчас она актриса, достаточно известная. И она приехала и говорит, Сережа, я приняла Святого Духа. А я был в спортзале, вот занимался там театральным.
и начала молиться на языках. И смотри, я говорю, что это? Она, это Дух Святой. Я говорю, где дают? Вот. Она говорит, у вас тоже такая церковь есть. И где-то до 4 утра мы сняли такой частный домик, деревянный, холодный, но, в общем, недорого и близко к центру. И она до 4 утра показывала мне какие-то брошюрки с гробиками, с крестиками, с «я на стульчиком» и «я под стульчиком», и рассказывала мне о Боге, и просто раздражала меня. И сложными я, конструкциями нет, какими-то. Нет, она раздражала меня, потому дразнила. Что... Дразнила. Раздражала, потому что она, кроме «Колобка», ни одной книжки не прочитала, а Господь ее наполнил Святым Духом, а я как дурак. Занимаюсь медитацией 4 часа в день, слушаю православные пения, песнопения на пластинках и пытаюсь встретиться с Богом. Пощусь 2 раза в неделю по вторникам и пятницам, ничего не жру, отказался от мяса и ни ответа, ни привета. Купил четки, хожу, ношу их в кармане, молюсь 1500 раз в день. Да. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешника. Да. Ни ответа, ни привета. А она вот, кроме «Колобка», ни одной книги не прочитала, Бога не искала, да. И получает это все. Ну, и поэтому да. Я был зол на Бога. Я от нее сбежал в 4 утра и шел пешком в центр, туда, где площадь Подбельского. Была огромная луна. И я ругался с Богом. Наверное, как этот Форрест Гамми, там есть такой персонаж. Я говорил, Бог, ты лицеприятен. Ух ты! Художественным таким языком достаточно аргументирован. Да, да. Эта девушка, кроме «Колобка», ни одной книги не прочитала, а ты дал ей Святого Духа. Я как идиот. Я ничего общего с тобой не хочу иметь. А никого не было, пустая улица, поэтому я громко ругался. На утро я пошел в общежитие, на утро я проснулся с такой жаждой Бога, что я думал, меня разорвет. И я подумал, ну пусть она меня пригласит. А она, видно, подумала, что на этом православном оккультисте бесполезно ему проповедовать. И она мне ничего не говорила. Тогда я сам подошел и говорю, ну где там ваша церковь, пойдем посмотрим, чем вы там занимаетесь. Она, ура, аллилуйя, аллилуйя. Я думаю, о, Боже мой, аллилуйя. Вот думаю, я пойду... Вот кто Боже да. говорил. Вот, думаю, пойду, получу Святого Духа, и все. Вот это вот аллилуйя, аллилуйя. Я вот это никогда говорить не буду. Вот. И когда я зашел в церковь, на меня обрушился Бог. Просто напал на меня. Ничего. Схватил и унес в Царство Божье. Вот так вот это было. И вот я просто знаю, что он как бы обрушился на меня. И я не мог контролировать от его любви, я не мог контролировать свое тело. Меня трясло. Я плакал, как в детстве плачут, когда отлупят. На взрыв. И на взрыв, как подбородок прыгает и орет. Но я плакал от его любви. Я в жизни ничего не переживал такого. И я точно знал, что это Бог. В одном я понял, что он мой отец, я понял, что он меня любит, я понял, что у него есть план на мою жизнь. Я не знаю какой, но какой-то хороший. Я все понял, я понял, что эта церковь мой дом, и почему я где-то был до этого непонятно, как я вообще тут пропадал. Я понял, что я нашелся. И вот с того момента, тут же я потом попал к Тонечке на домашнюю группу, она была моим лидером. Вот. Так что Бог, Он когда что-то делает и двигается, и соединяет, это иногда Он так сильно делает, что у нас не остается не то что сомнений, а даже шанса избежать Его благословения. Антонина, расскажите, пожалуйста, вот как вы пришли к моменту вот этой встречи и с Сергеем, и что произошло в вашей жизни? С детства я была очень таким отверженным ребенком. Я была рыжая и в конопушках. Это было не модно. Тогда было не модно очень. И меня за это очень, ну, как-то не любили и притесняли даже. Или... Нет, в семье нет. В семье меня очень любили. Это в школе? Да, это в школе, да. Вот, и... В общем, я очень нуждалась. Вот к 18 годам... моей жизни, я помню, когда мне исполнилось 18, мои родственники собрались на мой день рождения, но уже к тому времени мне казалось, что моя жизнь закончилась, то есть и я вообще не видела будущности, я вообще не видела надежды, и
вообще такая безнадега была. Я помню, плакала горючими слезами, потому что мне казалось, где 18, там 20, где 20, там 25, где 25. Я даже не верила, что я до 30 лет доживу. То есть, ну, и при всем при том, что я искала Бога, но мой образ жизни был не очень таким хорошим. И просто вот эта потребность любви, я ее искала, в другом. Однажды я, придя на работу, вспомнила, что мне приснился какой-то вообще просто, ну, необычный сон. И я понимала, что это просто вот, ну, Бог со мной говорил в этом сне. И сон был такого характера, что как будто бы я во сне пришла в православный храм, подошла к батюшке и говорю: вы знаете, я больше не могу так жить. Покажите мне выход. Есть какой-то выход. И он сказал мне, говорит: ты знаешь, вот тебе икона Иисуса Спасителя. Молись, и Он к тебе снизойдет. И на тот момент, хотя я ходила в православную церковь постоянно, но я видела Иисуса на кресте, но я никогда не слышала, что Иисус – это Спаситель. И я так ухватилась за эти слова, он сказал: молись, и Он к тебе снизойдет. И я так неистово из глубины своего сердца начала взывать к Богу, я начала что-то кричать. Но я увидела, что Иисус вот такую меня любит и принимает меня такой, какая я есть. И вот через 2 недели я узнала, что к нам в институт, где я работала, приезжает какой-то священник из Америки. И он мне рассказал об Иисусе. Он ничего особого не сказал. Он сказал: Иисус умер лично за тебя, взял твой грех, твои проклятия, твои болезни. Я на тот момент ничего не поняла из его слов, но на следующий день я была абсолютно новым человеком. Я когда пришла в церковь, я поняла, что это мой дом, что это то место, где меня хочет видеть мой Бог. И я хотела быть везде, во всех служениях, я хотела петь в хоре, я хотела быть в молитвенной группе, я хотела быть везде, я была фанатом служения. Да. Потом, когда появились лидеры домашней группы, конечно же, я была в первых рядах. Вот так произошло соединение с церковью, да. Узнавание того, кто стал уже смыслом жизни, да. В том числе. И хотела вам задать следующий вопрос каждому из вас. Вы прекрасная семья, у вас 3 чудесных детей, которые уже сами становятся родителями некоторые. Все-таки на чем вы базируетесь, как бы, и сейчас, когда учите молодых людей, как распознавать направление Божье для жизни? Я верю, что есть определенные критерии, принципы, как образуются семьи, как вы, оказавшись в домашней группе, поняли, что Антонина не только ангел Божий и не только лидер, но вот она ваша супруга. Я видел, как сильно она любит Бога, и я видел, что на ней призвание есть. И я не хотел соединять себя с кем-то, на ком нет призвания, потому что я точно знал, что оно есть у меня. Вот. Я знал это, потому что я пережил это с Богом. И даже если бы я это, я бы все равно бы этого домогался от Бога, вот этого призвания. И я понимал, что для меня главное – это то, что мы бы согласились с ней в одном, что мы посвятим себя Богу. А она была настолько ему посвящена и любила его, что я понимал, что это самое главное. Плюс, ну, конечно же, ее вот эта радость, которую я хотел, чтобы это было у меня дома. Вот. Чтобы эта радость жила где-то у меня на кухне, в доме, чтобы это было со мной все время. Я просто хотел с ней вечность провести. И
я думаю, что если человек не готов провести с кем-то всю вечность, то ему, может быть, и не стоит соединяться на временную земную жизнь. И, конечно же, мы верой двигаемся. Это как догадки. Мы делаем шаги веры. Бог нас не тычет носом и не заставляет жениться. И мы всегда выбираем. И иногда люди боятся сделать шаг. На самом деле, я думаю, что это наша вера, мы двигаемся верой, мы доверяем Богу, потому что в любом браке, в любой семье, если мужчина соединится с женщиной, у них будет много-много проблем, потому что Господь сделал нас, когда Адам увидел Еву, он сказал, наконец-таки, она такая же, как я, и тут же ошибся, потому что, оказывается, женщины совершенно не такие. И к счастью, на самом деле. И к счастью, да. И мы очень разные, из-за этого есть и трудности. И это Божий юмор, потому что именно в этих трудностях железо и острит. Поэтому я очень благодарен и за хорошие моменты, и за трудные моменты. Потому что сколько уже мы с тобой вместе? 26 лет. И я благодарен Богу. А скажите, вот чему вы учите своих детей, вот сыновей своих наставляете? Вот у вас два сына и дочь, да, или наоборот? Два сына и дочь, да. Вот чему вы наставляете, как выбирать пару? Но я всегда молился, то есть они еще не родились, потому что я не верю вот в себя. То есть я до сих пор не научился верить в себя. Когда мне говорят «верь в себя», я не понимаю, что люди имеют в виду. Что это такое? Что они имеют в виду, никак не могу понять. И я верю в Бога. И это для меня более основательно. Я говорю, Бог, помоги. Дай им жену, соответственно, их призванию, чтобы они любили друг друга. И потом смотрю, Илюшка у меня дружит с девушкой. Да, она мне нравится, она с Богом, она дополняет его, у нее есть сильные стороны, которые помогут ему. А он очень нежный, это благословит ее. И я увидел, что да. И теперь у меня третий растет, 14 лет, который тоже уже пару раз успел влюбиться, и любовь прошла. Любовь была сильная, но короткой. И но я не ругаю их за эти вещи. Я не говорю, как вы там... Потому что я знаю, что из сердца Иисуса все наши случаи в жизни – это божественные переживания, которые воспитывают нас и учат от Бога, как жить правильно. Очень важно отношение с детьми, у родителей с детьми, чтобы вот эта связь была, чтобы вот то, что Сергей говорит, вот наша дочь, что для него, ему было, может быть, несложно с ней, потому что несложно почему? Потому что папа был для нее всегда авторитетом, и она очень любила папу, у них были очень близкие отношения. И я помню такой момент в нашей жизни, когда нашей дочери было 7 лет, и вдруг мой муж, мы сидели на кухне, и он говорит, Анечка, а скажи, пожалуйста, а вот ты в течение дня о чем больше всего думаешь? И о ужас для меня, как для мамы, для... Вдруг моя 7-летняя дочь покраснела и задумалась. И она такая сидит и говорит о мальчиках. Вдруг она понимает, что больше всего в течение дня она думает не об Иисусе, как мы ожидали бы, да, такой ответ. Возраст такой вроде не располагающий в эту сторону. Это так кажется. Ведь девочки, они уже в 7 лет играют в дочки-матери, мечтают выйти просто замуж. Просто еще нельзя выходить замуж. Да. Просто. Мы же готовы, просто еще покажи. Просто время не пришло, да. И вы знаете, для меня это был... Я аж вскрикнула, говорю, какой кошмар. Не удержалась, да. А мой муж сказал, так, мама... Никакого кошмара. Никаких комментариев. Да, все хорошо. Пойдем, доченька, поговорим о мальчиках. И вот вы знаете, папа для нее был всегда таким авторитетом. Когда есть вот эта вот связь с детьми, когда есть такая атмосфера в семье, что ребенок может прийти и рассказать тебе, даже если он где-то что-то не так сделал.
И я думаю, что Богом так за, ну, устроено, что дочь, она всегда ближе к отцу, потому что любая девочка нуждается в любви, мужской любви. И если в семье есть такие отношения, отношения любви дочери и отца, то она не пойдет эту любовь искать на стороне. Она будет удовлетворена внутри своего сердца. Ей достаточно. И то же самое Бог так устроил, что сыновья, они всегда ближе к маме, потому что для того, чтобы мужчина вырос способным любить свою жену, он должен эту любовь переживать от своей матери. Уважать маму. И уважать маму. У них должны быть отношения близкие, доверительные. Скажите, пожалуйста, вот такая важная вещь. Вы, и действительно, бывает так, вот у христиан, которые прямо вот шли к поиску Бога, шли к встрече с Богом, вот этот период ожидания, он период формирования, и потом действительно, вот я слышала тоже такие истории, почти одновременно с обретением вот такой живой непосредственной связи с Богом, общения, спасения, человек получает практически тоже одномоментно, как откровение о будущем супруге, например. Практически в это же время происходит откровение и понимание, каким будет служение Богу. А у вас было вот так или было как-то по-другому? Как вы поняли, в чем ваше призвание? Я понял, что я хочу служить Богу, и что я не буду актером. И даже когда мне предложили в хорошем театре, в столичном работать, я отказался, потому что я знал, что буду служить Богу. Но я не знал, как. Пастор говорит, вы актеры? Говорит, давайте сделать какой-нибудь там спектакль. И тогда мы не хотели, мы уже посвятили себя Богу. И вообще мы думали, что быть актером – это зло несусветное. Mm-hmm. Вот. Но мы начали собираться и сделали вот духовную войну. Сделали духовную войну, и люди говорят, сделайте еще, нам очень понравилось. Мы сделали еще и еще. И какое-то время мы служили вот в театре, именно как театр был такой. Много ездили. А потом пастор предложил нам, сказал, давайте мы театр прикроем, потому что нам надо спасать людей вот тут. И мы прикрыли его, и все стали такими вот районными пасторами. Потом я был 10 лет пастором в городе Углич. И я поехал туда, думал, я быстренько там подниму служение и вернусь. И вот это быстренько заняло 10 лет. И там я начал глубже, больше понимать, что это что-то будет другое. И вот буквально, может быть, последние только 5 лет нам всегда пророчествовали, говорили, что вы будете ездить, служить вместе, сначала в России, потом по другим народам. Я не понимал, как это возможно. Но Бог мне сказал в 92-м году, Он сказал мне, ты проповедуешь, я о тебе забочусь. Говорит, твоя задача проповедовать, и все, я о тебе забочусь. И когда были финансовые трудности, я пытался, может быть, бизнес какой-то, он говорит, не делай ничего, ты проповедуешь, я о тебе забочусь. Вот, и таким образом я знал, всегда, что я только посвящен Богу, больше ничему. И вот призвание наше, оно осуществляется в правильное время. И недавно Господь ночью, Он мне сказал, что есть время. И вот время, и он говорит, время пришло. И вот, для более широкого распространения, потому что даже то время, которое было в другом служении, в другом качестве, оно тоже важное. Оно важно. И это тоже призванное время. Тоже призванное, да. Поэтому, кто хочет призвание, он в призвании. Просто он в процессе всегда находится того. И бывают этапы жизни. У Иова это поделилось на две части. И Бог назвал, вторая половина твоей жизни будет лучше. А вы, Антонина, как оцениваете вот этот процесс, вообще призвание, что это для вас? Когда мы поженились, для меня был шок, что теперь я должна иногда оставаться дома, а он ехать, допустим, на конференцию. И был момент, когда я понимала, что я не могу бежать впереди мужа. И Бог начал говорить со мной, Он говорит, тебе должно умоляться,
ему должно возрастать. Я поняла, что я должна встать за мужем. Да, я всегда мечтала тоже о таком служении, как у Джойс Майер, что я буду проповедовать тысячам женщин. И, возможно, это время, и оно приходит, но это тоже в свое время, у Бога свои сроки на это. Я настолько Богу благодарна, что в тот момент Он мне дал мудрость отойти и встать за мужем, а не бежать впереди мужа. Потому что иначе я тогда бы была женой несчастного человека, который, оставив свою мечту быть актером, посвятил свою жизнь Богу и где-то волочится там за женой, понимаете? И хотя мне это было очень тяжело, потому что я не мыслила, я понимала, меня так научили, что я доказываю свою любовь к Богу тем, когда я ему служу. Прошло много лет. И вы знаете, однажды я сидела на одном из служений, и если говорить о призвании человека, то это то призвание, оно всегда соответственно тех талантов и даров, которые есть внутри человека. Бог это уже заложил для того, чтобы мы могли, были способны исполнить то призвание, к которому Он нас призвал. И я помню, сидела на одном из служений, и Бог так встал передо мной. И был очень хороший проповедник, очень хорошее служение. Но Дух Святой встал передо мной и говорит: ты все время спрашиваешь меня, к чему я тебя призвал. Я говорю: ну да, это извечный вопрос. И он мне сказал: я призвал тебя для того, чтобы ты любила людей. Я хочу просто через тебя любить людей. Твое призвание – это любить людей. И все, что ты делаешь для людей от сердца и от души, в этом я и в этом моя любовь. И я буду через эти вещи действовать. И вы знаете, когда Бог это проговорил, я такую свободу пережила. Просто быть тем, кем сотворил меня Господь, и делать то, что я люблю делать. Это обращать внимание на людей, это просто их любить. И даже когда нас приглашают иногда с мужем вместе, сейчас стали все чаще и чаще ездить вместе, и даже если я не проповедую, а мой муж проповедует, а я просто хожу по залу и люблю людей, для меня это верх, понимаете? Это для меня просто счастье и наслаждение. Спасибо. И вот, как ни странно, в такой мирной ноте заканчивается наш разговор с людьми, которые являются носителями пробуждения. И я тоже верю, что Бог дает все свое время, Он не торопится, не опаздывает. Мне очень хочется, чтобы мы действительно не забегали мысленно, душевно вперед, но, с другой стороны, не замерзали вот в какой-то такой в болоте рутины. И как раз понять, что же делать, идти сейчас или стоять на месте, ожидать, мы можем только соотнося свое сердце, свою душу с Ним. И это каждый может сделать только индивидуально. Спасибо вам за искренность, за откровенность, за открытость и, самое главное, за то сердце, которое действительно всеми фибрами желает свершения в этой жизни, за ваше посвящение. Спасибо. Спасибо.